Эпизод 4. Новая надежда. Глава 2. Дальше не вижу, потому что еще тексты погрузятся. Через какие-то там джунгли из Веста, что? Дарт Вейдер в поисках секретных повстанческих планов нашел на корабле принцессы Леи. Дроидер 2D2 смог бежать с чертежами Звезды Смерти на планету Татуин. Но R2D2 вместе со своим компаньоном C3PO были захвачены джавами, маленькими созданиями, которые торгуют всяческими механическими отбросами. Молодой Люк Скайуокер, не зная великой судьбе, которая лежит перед ним, искал дроидов, чтобы помочь своей работе и его дяде на ферме. И дальше я успею прочитать слишком быстрый текст, мать твою. Не, ну серьезно. Ну как так? Как можно было сделать одинаковый сюжет и в 7-м эпизоде, и в 4-м эпизоде? Еще ведь кто-то говорит то, что нет, они ни разу не похожи. Таким слепым, тупым гильотином надо быть. Просто ужас. Слепо-тупой, знаешь. Мало того, что слепой, тупой, так еще кретин. Слепо-тупой кретин. Вот этот парень стопудово поможет. Он руку на лицо положил, мол, это фейспалм тебе от меня, юный падаван, который еще не падаван. Оби, ты что-то какой-то немножко староватый, тебе не кажется? Господи, ты боже мой, что я делаю? Зачем мне здесь Дисней? А, ну да. Это, видимо, последним патчем добавили. А, у меня же еще до сих пор нет меча. Я же еще не тот сам Люк. Не тот сам Люк, который... А тот сам Люк, который секси. И ничего, знаете, сыграли так Марк Хэмилл и Кэрри Фишер в трех... Кэрри Фишер в трех эпизодах Звездных войн. Как Хан Соло. Ну, в смысле... Харрисон Форд. Я хочу за Оби-Вана поиграть. Я играл за Оби-Вана раньше, сейчас буду тоже играть за Оби-Вана. Обей-Ван. И ничего, знаете, какие-то там 30-миллиардные гонорары не требовали, а сейчас я сыграла какую-то непонятную херню в фильме «Голодные игры». Мне нужен 20-миллионный гонорар, иначе я не буду дальше играть, не будут ваши... Да насрать вообще, берешь любую шлюху с улицы и все. Вот тебе нахер, нормальные голодные игры снова с... И не надо платить никаким шлюхам по 20 миллионов долларов. Тоже мне нашлись нахер. Фак, как же ее зовут-то, а? Не Кристана Локин, черт. Дженнифер Лоуренс, его вспомнил, спасибо, Илья. Спасибо, мозг Ильи, ты мне помог. Так, можно тебя сесть, я знаю. Я думаю, что это бессмысленно. Так, хорошо, куда мне идти? Дженнифер Лоуренс не дает мне сообразить. А, сейчас бы еще не спрыгнуть вниз. Что? Вот так нужно. Я даже ничего не трогал, он сам съехал. Наконец-то, боже ты мой. А как мне про. Это мозг у меня заводится. Что мне делать? Можно поставить и сломать. Отлично. Можно вверх и сюда вообще? Нет. Сюда, наверное, да?
Нет. Да ну нахер! Ну, кстати, сердечки хотя бы нужны. Хотя бы тебя кто-то убивает, в отличие от новых игр Лего, где вообще ничего не может тебя затронуть. Не понял. Может, загон нужно разбить сначала? Серьезно? Ну ладно, гоу. Издеваешься? Затрахали. Все, успокоились, нет? Дайте уже уйти. Люк, что с тобой? Люк, убирай лунную походку. А что? Зачем я все это делал? Да я же бил по ней! Я чё, плохо бил, что ли? Я хз. Я сразу пришел по ней ударил, видимо, как-то плохо ударил. Ладно, неважно. Думаю, что за говно? Ладно, не суть. Я тут собираю! Собираю! А вы? Собрать не дают. Я даже не стану, вот топ-топ даже наполовину трюджи даем не стану. Тоже мне. Так что здесь? А, то есть ты не можешь, мне нужны люки. То есть у джедаев нету крюков, да? А, и спрашивается, зачем мне это все? Подождите. Может, он может как-нибудь... Нет, он может улетит куда-нибудь на воздушном шаре. Нюп. Ну и неважно. И туда вниз нельзя. Слушайте. Оби-Ван-то всех нахер разрулил тут. Люк такой стоит, а зачем ему я? А зачем мне все эти мечты? Интересно, может, меч тоже может говорить? Ну, R2 даже говорит всякую херню. Да что ты делаешь? Что ты делаешь? Люк бесполезен. Не, серьезно, здесь Оби-Ван Кеноби рулит. Нафига здесь Люк? Люк будет только, по-моему, стрелять в Оби-Вана и мочить его. Какие вы метки? Ну, здесь можно, конечно, и люком замочить, но хрен с ним. Так тоже. Так тоже, как вариант. Да, это очень нужно. Снова. И вновь я занимаюсь херней. А нет, это нужно. Так, спокойно, а может быть здесь что есть? Вау, здесь есть детальки. Детальки, окей, отлично. Можно просто дать двойным прыжком зацепиться и все, в принципе. Но нет. Но нет. Мы легоделы. Легоплюи. Никаких зацепов. Зацепинг это против закона. Зацепинг это как торговать наркотиками, только еще хуже. Только как торговать наркотиками, я не знаю, там, маленьким пандам. Это как давать им не в снеге поваляться, а в коксе. Кто же знал, что прикосновение к зыбучим пескам убивает сразу? Просто автоматом. Ну, о боже мой, это очень свежий зыбучий песок. Он как цемент, он склеил мне внутренности резко.
Моя жопа слиплась сильнее, чем от... Там этого самого пирожка в Макдональдсе. Никогда не ел пирожки в Макдональдсе, но я считаю, что они супер сладкие. И невозможно их жрать. Лучше пойти у бабы Нюры купить в ближайшем переходе пирожочек. Во-первых, ты получишь какой-нибудь жизненный совет еще. Так тоже можно? Так тоже можно? А что, это правда можно было сделать? Так, окей. То есть я мог построить и сломать, это мне ничего не дало. По-моему, мне миньки-то сломались. Они как бы существуют, но их как бы и нету. Нет. Я хотел синенькая. Вот синенькая, вот эта херня так и манит, чертовка. Ты думаешь, а зачем она тебе? Она так и манит. Так и манит. Вот нужна она тебе. Ты думаешь, нет, но на самом деле манит. А потом, знаете, вот так вот сидишь и так думаешь, зря не сходил. И можно было изнасиловать их еще до кучи. Представляете, как можно силу джедаев использовать для своих собственных благ, насиловать всех? Зачем звезда смерти, когда можно сказать, я отдам тебе все деньги? Я отдам все... И все, собираешься все деньги? Я знаю, что надо делать, просто я этого не делаю. Ладно, давайте. Пойдем, нам так нужно идти, true джедаи. Что? А наверх? Я хочу верхнюю. Окей. Такс. Погнали. Ну, может, в кооперативе это было бы чуть поинтереснее. Я пытаюсь переключиться. О, май... Ты что, издеваешься? Наконец-то, боже ты мой! Я переключиться не могу, когда они на разных платформах. Жесть какая. Мракобесие. Покатаемся. Убей, Иван, давай. Это там кого засасывать-то можно? Ну-ка, не надо засасывать никого. Не надо, засосуны. Так, убей, Иван, давай. Только не прыгай больше от меня, хорошо? Обей, Иванчик. Так, все? Не, подождите. То есть это нельзя разбить? Не, ну джавы совсем охренели сейчас, наверное, такие. А чё это он наш корабль бьет? Засосуны? Засосун! Так, здесь нужен R2D2. Или CT3PO, неважно. Интересно, а как переводили R2D2, я не знаю, там на этот, на каком-нибудь французском, знаете, там R2D2, или fuck, как там, un, dos, tre... нет, это испанское, fuck, а. Блин, как два на французском? Я хочу вот это сделать. А зачем это? Я это тоже скрою. Это для тех, кто быстрее, что ли, заходит и в кооперативе, мол. Давай, один слева, другой справа. Кто быстрее, тот и крут. А. Просто синенькие детальки. Очень важно. Очень важная валюта на корабле Джав. Очень важный элемент сейчас был в геймплее. Крайне. Сейчас давайте сделаем так. R2, я тебя слышу!
Я не верю, правда, в том, ты ли это или нет. Но я пришел просто и спокойно разломал все, всех роботов. Не знаю, мол, а может, может они что-то дадут? Ноу! Так, я полагаю, мне сюда надо придвинуть. О, это целый пазл, как продвинуть. Да я нигде таких не видел, ну блин. Resident Evil Zero, вы что? Так, стоять спокойно. Да, перестань двигать. Окей. Знаете что? Искусственный интеллект в Лего играх примерно такой же, как в Resident Evil Zero. Так, я могу кого-нибудь придавить? А, они... отходят. Так, стоять. Это все было ради мини-кота? Ну ладно, хоть один мини-кот соло, а то знаете. Ни одного мини-кота это как-то... А-а-а, what the hell? То есть, подождите, я могу... О-о-о, нелинейный геймплей! Значит, прекрасно было, если бы все могли двигать. Игроки эти штучки, дрючки. Ну, во-первых, невозможно, во-вторых... Так, давайте сюда. О, так там R2-D2, нет, мне не сюда. Мне сюда сначала. Забрать синенькие штучки-дрючки. Чтобы все игроки могли двигать... Вот это все. Вот это все. Я не знаю, что это все. Вот это все. Это Пушкин. Раз это наше все, то это значит Пушкин. Мы двигаем Пушкина. Официально. Этот блок называется Пушкин. Да, это блок Пушкин. Блок Пушкин, на котором написано Маяковский. Эх. Слышь, откуда ты взялся? Я всех уничтожил уже. Откуда вы все беретесь? Кто вас рожает? Кто рожает роботов? А прикиньте, у них есть мама робот, папа робот. А мы об этом не знаем. Так, ладно, еще один. Очень интересный геймплей. Сейчас 10 из 10 был. Сейчас, подождите, люк такой... что? Спокойно. Я стал спокойно. Не надо двигаться ни в те стороны. И сейчас подорвет он, подорвется, по-моему, R2-D2. Такой, здорово, пацаны! Вы кто? Он говорит, Оби-Ван! И какой-то неизвестный белобрысый хер, который потом будет озвучить Джокера. Погнали. R2-D2 главный теперь. Отойдите, сучки. Я основной персонаж игры. Да. Я знаю, что вот в основном смотрят 12-летние дети, а может быть даже 9-летние, поэтому... Зря я сказал слово «сучки». Дважды. Да какие там... О чем это я? Для детей сейчас дотка... А-а-а, смотрите-ка, в обратном порядке. Сейчас дети в основном в доту залипают. Как... Какие... Какие Лего Стар Ворс? Какие Лего Стар Ворс? О чем это я? Совсем псих, что ли? Это так. Игра для взрослых. О, вы что? Вы что? Вы что? Я сказал ту-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 ту. Вообще, ага. Ах, вы козлы. Так, спокойно. Ах ты. Ах ты, тварь! Ты зачем поставил нашего R2-D2 на... Да посмотрите. Ну, короче говоря, понятно. Я не могу даже переключиться, мне придется стоять. Ты что, шутишь, что ли? Ну, короче говоря, все понятно. Сейчас мы будем оприходовать кого-то. Минус один. Пошел вон отсюда. Убивай людей. Убивай, Джав. Совсем охеревшие уже. Вот, три раза охеревшие.
обалдимоны тупые. Что? А, понятно. А, подождите. Тогда я не понял, что я делаю. О, можно прыгать за R2-D2, точно. Ну хотя прыгать можно, C3PO вообще. Он мало того, что инвалид, так теперь еще и без ноги. Прекрасно. Что будем делать без ноги? Купила мама C3PO, а он там без ноги. Так, спогнали. Нет, подождите. Убей Иван Кеноби, пойдем, ты будешь мертв все равно, поэтому не так сильно надо тебя поиграть. Ты как Аэрис! Ты что такое Аэрис, Оби-Ван Аэрис? Ее проткнули, тебя проткнули, потом ее еще мечом проткнули. Что? Окей. Думаю, налево-направо надо походить. Чё-то большая глава. Вообще дисбаланс по времени. Ах ты тварь. Чё, Люк Скайуокер уже начал в рукопашную бороться? А можно ему кикбоксером стать вместо джедая? А нахера? Так, окей. Это было очень полезно. Нахера джедай, если можешь просто подойти и Дарта Вейдера взять? На суплик пробросить! Греко-римский борьба! Это сила какая-то. Нахера? Ну да. Окей. Я забыл про горячее какао, видимо. Быстро. Почему они орут, как вуки? Так, спокойно. Вопрос, зачем это нужно? Для C3PO? C3PO! Ты где, красавчик? Так, спокойно. Это же значит, что я могу забрать изи мини-кота? Изи кот, смотрите. Ну ок. Вау, это был изи мини-кот просто. Самый изи из всех мини-котов. Так, нам нужен C3PO. Вопрос, как? Душ в какао-ваннах. Да ты... Почему это говно вообще здесь находится? Детальки? Просто why? Why are you there? В зергараже. Скатился, все понятно. Так, что мне делать? Но здесь же никак не пройти. Где-то я туплю. Или подождите, или он может ходить по... Не, ну давайте попробуем. Может, он может ходить. Нет, вряд ли. Ладно, хорошо. Моделька теперь старая, со всеми ногами. Все, что нужно было, это сдохнуть. Так, а что я делаю -то тогда? Я пройти никуда не могу. Сюда наверх запрыгивать нет смысла. Такс, наверх. The fuck! Уйди в жопу, игра. Наставила тут какао везде. Ненавижу какао теперь. Шо? Я не понимаю.
Так, может быть... Нет. Псу! Окей. Это именно то, чего я хотел, игра. Это именно то, чего я хотел. Но как? Хорошо, может здесь что-нибудь есть? Может быть здесь слева что-нибудь есть? Может я могу пройти наверх? Нет. Может могу пойти направо? Нет. Может могу здесь пойти? Нет, здесь я вообще в принципе не могу оказаться. Что? За твою мать. Чё я опять ниже? Фак, я здесь не увидел вот это дерьмо. Понятно. Хорошо. Ладно. Отлично. Ну я реально ее не увидел, чё. Сейчас я думаю, что мне делать. Эх. Не падай, пожалуйста, медленная жопа, которая я прыгать. Даже ножку просто поднял, было бы шикарно. Погнали. Погнали, гондурасы. Так, здесь же нет, здесь ничего не сейчас. Ну и хрен с вами. Прибраться. Все верно. Все правильно сделал. Здраво. И снова все правильно сделал. Так, здесь что? До свидания. Death from above, все дела. Так, здесь нужен мостик, я так полагаю. А что? Люк не может прыгать? И почему, кстати? Почему? Подождите. Я так и не понял, почему Люка Скайуокера зовут Скайуокер? Если есть Энакин Скайуокер. То есть он как бы не знал, что случилось с Энакином Скайуокером. Об этом нет инфы, да? Что-то как-то, знаете, учитывая технологичность... технологичность всяческих рас Звездных войн, как не особо верится, то, что у них нет там документации, не знаю, там, баек из склепа каких-нибудь. Или специально Люк... Ну, прощай, родимая. Мини-кот. Так, подождите, я сейчас потрачу все детальки, но я заберу этого сраного мини-кота. Его нельзя забрать, что ли? Он как-то там странно стоит. Ну, по крайней мере, я его увидел. Я вообще не тру джедай. И что это? И зачем я это двигал? Так, тут столько всего, что можно подвигать. А, ну понятно, окей. Так. Дай угадаю, ты. Вау. Ну, C3PO отлично может осушать ванны. Ведь возможности переводчика именно для этого ему нужны осушать ванны, в принципе, знаете. Переводчики часто, наверное, осушают ванны. Знаете, там переводчик какого-нибудь президента. Мол, осуши мне мою ванну, дорогуша. Причем они однополые, да. Потому что мы все знаем, что все президенты геи, либо козлы. Кроме Путина. Владимир Владимирович, самый уважаемый человек на планете Земля. Вообще психи. Им вообще насрать, что происходит, по-моему, в округе. Они, робот! Робот, падла! Стой, 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 мразь! Ах ты. Так, Люк. Давай, еда. Люк, еда. Люк, еда. Че, все, еда убежала, да, ну ладно. Я не мог этого оставить вот так вот нетронутым, понимаете? Еда уходит, ну, формально. По идее, знаете, мух лучше ловить, наверное, ртом или комаров.
Да, очень противно. А, отлично. Ну, R2, да, еще досталось, конечно, по жопе. Снова отлично. Так, а где вторая? Здесь. Нет? Нет, подождите, у Люка тоже есть двойной прыжок? А, я думал, что нету. Ладно, неважно. Как говорится, индюк тоже думал. Что-то индюшатинки захотелось, не знаю почему. Поэтому пойду поиграю в какую-нибудь календулу. Да, есть игра такая, если что. Игра календула. Так, спокойно. Вот так ядерные боеголовки можно раскручивать, я думаю. Просто приходишь и раскручиваешь. И на цветмет даешь там какой-нибудь. О, здорово. Все садитесь. А все можно сесть? Садись, браток. Нет, нельзя. О, интересно, если бы вдвоем играли, можно было бы сесть? Уи. Нелинейность. О, фак. О, фак. Что вы делаете на ферме каком-то, на ранчо? Ранчо с ранчо. Так, а что мне делать? Мне нужны четверо. Так, здесь мне нужен кто? Я сделал, я тебя и сломал. Считай. Нет, не сломал. А может, ничего выкопает? Три раза выкопал просто. Вау. Это было полезно, крайне полезно. Знаете, разработчики такие, давайте взорвется. Давайте пусть это взорвется, а то кто-то будет наматывать круги. Не знаю, надо было ачивку за это давать. Намотать 300 кругов на вот этой вот... Что это было? Газонокосилка? Пискокосилка? Подождите. Вот здесь что-то должно быть, по-любому. Можно уже собирать. Господи ты, боже мой, сколько всего не нужно. Так, что с тобой? Вау. А можно, наверное, сразу взять? Интересно, его убить можно? А, ладно. Я хотел сказать, Dying Pain, но он что-то как-то вернулся. Он такой, не, я что-то дурак, что ли? Господи, какой я быстрый. А, мескалин! Мескалинчик! А, отпустил нормально. So much cocaine! Так, встаем, 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 пацаны. Пацаны и роботы. Роботы не пацаны. Пожалуйста, ситрипо... Я как-то... Я что-то соскальзываю везде. Опаньки. Опа, 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 погнали. Как же долго прогружался этот домик. А я мог... А, то есть наверх сходить это было опциональным... А, это было опциональным делом. Второстепенный контент. Херня, херня. Главное, чтобы не было бегудей. А вот и бегуди. Бегуди! Лучшее оружие против джедаев. C-3PO мертв. То есть там наверху было столько всего, чего можно было следовать, я пошел туда, куда... Мне в принципе нужно было идти. Что со мной? Я теряю хватку. Ну серьезно, я теряю хваточку. Хватулька потерялась. Да. Мини-код. А что я все пропустил-то? Я просто не хочу показывать, насколько я ужасно все это прошел.